находимся в Гюмюшлы, монастырь это. Это очень историческая достопримечательность. Вы сами посмотрите, насколько это все старое, потому что люди здесь жили, в этих камнях. Мы сейчас в предыдущем видео вошли в катакомбы. Это было очень экстремально. Я очень перепугалась, потому что мы заблудились. Сейчас мы идем в другой вход какой-то есть. Посмотрим, что происходит здесь. Гаврина на русском написано или на латинском. Посмотрите, монастырь.